актер. Илья Шкурин также был в заявке молодежки. Но пока все. Внимание на игру! Какой опасный удар! Собраны очки у Брестского Динамо и Солигорского Шахтера. По правому флангу рвется Владислав Васильев. Здорово! Здорово! Оху-ху-ху! 1-0! А лучше сказать 0-1! Владислав Васильев! Закручивает мяч! В дальний от себя угол и вправо от Максима Плотникова. Шикарнейший мяч забивает Владислав Васильев. Казахстанский полузащитник. Ну, честно говоря, я как-то сходу и не понял, что это было. И... Как здорово студенты перемещаются по всему периметру поля. И с левого фланга, и с правого. Девятка Арцора, Ючиц отдает пас. Как здорово играет Дэвид В. Прострел, удар по воротам. Гибралтара все-таки сложновато. Данило, перевод направо. Вергейчик, что будет делать? Все-таки решил навесить на партнера. 1-1. Шикарный мяч, головой забивает. По-моему, это был Егор Зубович. 17 номер, да, так оно и есть. Ну, тут уже ничего не смог сделать Алексей Харитонович. Швецов. Гаврилович. Заброс. Центр штрафной! Не было ли вне игры? 2-1! По-моему, Егор Зубович оформляет дубль в сегодняшнем матче. Но вот насчет положения вне игры хотелось бы посмотреть повтор. Авиас! Удар по воротам! Ну, на месте футболиста Минского Динамо. К слову, Сергей Гуренко высказался и по поводу объединения футбольного клуба. Что-то интересное происходит на поле. Честно говоря, не заметил я, что там произошло. Коронец решил дать еще одну желтую карточку Павлу Гречишко. Ну, смотрим этот эпизод. Ну да, была отмашка со стороны Павла Гречишко. Дэвид Твоя с мячом. Открываются партнеры. И вот Оскол по центру открылся, но удар абсолютно не получился у капитана. Могло быть совсем все наоборот. Но единственное, что витебчане именно за счет своего класса. Какой момент! Ай-яй-яй-яй-яй! Продолжается удар по воротам Дэвида Т.В. Вначале Айк Мусаханян имел возможность. Пока не сильно событийный у нас второй тайм. Тем временем сыграно уже 60 минут игрового времени этого поединка. Кто здесь первый на мяче? 1-1 выход, удар по воротам, 3-1. Дмитрий Белонок забивает свой мяч в сегодняшней игре. Отлично вышел 1-1, классно его вывели партнеры по команде. Ну и дело тех, и поиграл за Донецкий клуб. С 2013-15 года выступал за Шахтер 3. Навес. Всеволод Садовский наносит удар. В каком подъеме, конечно, но все вы знаете о ее успехах, наверняка. Навес! И что? Уху-ху! Показал, что мяч летит в ворота. Серьезную борьбу вязались парни Белявского, ну и вот настолько серьезную борьбу навязали, что боролись даже и за золотые медали первого дивизиона. Вот. И оставили. Белшину не удел. Навес! Но Максим Плотников... Но об остальном давайте чуть попозже посмотрим этот угловой. Навес идет... И пробивает Всеволод Садовский, перекладину попадает мяч. Очень хороший момент был. Мяч. Арцоровцы. Что будут делать? Динамо! Удар штанга! Удар гол! 4-1. Ну, очень легко позволили добить этот мяч. Алексей Харитонович в первом эпизоде выручил чуть-чуть кончиками пальцев. Дотронулся до мяча, перевел ее в стойку ворот. Ну, одна клубником. Ну, а у... подопечных Белявского. Ну, посмотрим за этой атакой. Классный перевод. Владислав Садовский наносил уже в упор. Удар головой. Это с заводцами будет игра, но уже на выезде Жодина. В 14-м туре Артур БГУ примет Неман. Ну, а что здесь? Красота. Динка Трибутич. 5-1. Как же легко Динка разобрался в этом эпизоде. Ну, и не оставил тут шансов голкиперу Алексею Харитоновичу. Не хватает просто где-то опыта, вот это заметно. Это заметно, что просто не хватает опыта
Орцорл. Нашу игру команды 2002 года, 1-2. Они уступили как раз таки на этом самом стадионе. Но об этом позже. Триботич. Ох-ох-ох, что это творится? Еще один дубль выходит у нас. 6-1. Ну, уже это как-то неприлично. 6-1 становится счет. Динко Триботич. Ну, вот интересная такая ситуация. Вначале Зубович дубль оформил, затем Бел... И вот сегодня тоже 1-0 было, но вот 1-6. И вот 1-1 снова выход. И не попадает просто в ворота. И Павел Коронец дает финальный свисток. Болельщики поддерживают и благодарят Минское «Динамо» за игру.